Самореализация – вот что действительно важно, особенно в подростковом возрасте. Ведь юность – это лучшее время для воплощения в жизнь своих идей, начала творческой и научной деятельности. Развиваться в кругу единомышленников ульяновская молодежь теперь сможет в клубе «Большая перемена». В Ульяновском техникуме питания и торговли открылось первое региональное отделение. Совершенно замечательный проект. Существует уже в России 3 года. И на 2-й год в этот проект вошли профессиональные образовательные организации, то есть техникум и колледжи. И уже со 2-го года мы сразу начали привозить в регион призы и, соответственно, победы. История клуба «Большая перемена» неразрывно связана с одноименным конкурсом, где молодежь презентует свои проекты. В этом году студенты старших курсов, обучающиеся по специальности поварское и кондитерское дело, принесли сразу 2 победы, как Ульяновской области, так и родному техникуму. Студентка 3-го курса выиграла конкурс и получила 200 тысяч рублей. Мы с командой создали проект по дому для бездомных животных и животных, где можно будет их оставить как передержка на вокзале. У нас будет определенный дом, место, где могут хозяева оставить своих животных на время перелета или отъезда. Среди студентов выпускных курсов победу одержала Хапаева Анна. Она получила приз в 1 миллион рублей. На финале я защищала проект на тему «Бизнес-центр» для студентов СПО. И также 2-й проект, который мы защищали, это ресторан патриотической направленности, чтобы поддержать сейчас Россию в данной ситуации. И это далеко не все победы. В открытии клуба «Большая перемена» также приняли участие призеры национальной премии «Студент года». Участие в конкурсе мне дало очень многое. Это очень большое количество знакомств со всей России. И, конечно же, мне удалось завоевать экспертов, которые готовы развивать меня в профессиональном сфере. И даже на этом победы не заканчиваются. Финалистом в номинации «Председатель года» стал Зимкин Алексей, а лауреатом национальной премии в номинации «Студенческие медиа» – команда медиацентра «Студинформ». Пономарева Анна, Горланов Марсель, Терехина Анастасия и Гуренкова Ирина. Такое количество перспективных и талантливых студентов сделало Ульяновский техникум питания и торговли не только отличной базой для клуба «Большая перемена», но и подтвердило высокий рейтинг заведения. УТПИТ входит в топ-20 лучших образовательных организаций. Юлия Руднева, Анатолий Расохин, Улправда ТВ.